Антикоррупционная прокуратура наложила арест на более чем 268 миллионов лев, принадлежащих Вячеславу Платону, лично либо через третьих лиц. Он проходит обвиняемым по делу о ландромате. Данная мера была реализована при участии агентства по возврату имущества, добытого преступным путем. Вячеслав Платон своей вины не признает. Он заявил, что придут времена, когда прокурорам и сотрудникам СИП, цитата, придется ответить перед строгим и негибким законом. Арест на более чем 268 миллионов леев, которые якобы принадлежат Вячеславу Платону, наложили еще 24 июня. Однако антикоррупционная прокуратура сообщила об этом только через несколько дней, 28 июня. Уголовное дело возбуждено по следующим пунктам: отмывание денег, злоупотребление служебным положением, изготовление, владение, сбыт или использование поддельных официальных документов, поддельных печатей. По версии следствия, в период с 2010 по 2014 год Вячеслав Платон якобы создал и руководил преступной организацией, сформированной из нескольких преступных групп. Они действовали на территории Республики Молдова, Украины, Российской Федерации, а также других государств. Прокуратура утверждает, что группировка внедрила схему отмывания денег через молдавскую финансовую организацию, которую контролировал Платон, а также через банковские учреждения в Российской Федерации и Латвии. На основании незаконных судебных постановлений и заключений судебных приставов было отмыто 22 миллиарда долларов российского происхождения, добытых сомнительным путем. Вячеслав Платон находится в Лондоне, куда он уехал прошлым летом. Тогда его адвокат Ион Крецу заявил, что отъезд с необходимостью решения личных проблем, и Платон вернется в Молдову через 10 дней. Однако этого так и не произошло. В августе 2021 года антикоррупционная прокуратура ходатайствовала об объявлении Платона в международный розыск и аресте. Фигурант дела своей вины не признает. В ответ на просьбу о комментарии он заявил нам, что придут времена, когда прокурорам и сотрудникам СИП придется за все ответить.